нельзя тебе этого говорить. Женщины любят сильных и твердых мужчин. Но мне кроме тебя и сказать-то некому. Много ты знаешь, кого женщины любят. Варя, я не могу к этому привыкнуть. Знаешь, все кругом кого-то ловят, хватает, стреляет, шлюхи хохочут, засады. Я уже не знаю, когда я виноват, когда я прав. Володя, дорогой, на войне тебе легко было? Варя, я не про легкость. На войне все было ясно, враг там, за линией фронта. А здесь с этой проклятой работой я уже сам себе начинаю не верить. Ты молодой. Ты устал очень. А не веришь в себя, потому что делу своему только учишься. Показать себя не можешь. Ты мне верь. Женщины чувствуют это лучше. Ты на своем месте нужнее жиглу. Ну, как там наши? Ой, сейчас пойду скажу, они отражают. Стой, 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 я сам. Дядя Слава, у нас лифт сегодня пустили. Ерунда! Вот радость новая. Варюха! Братан, с фронта вернулся! Живой! Ура! Братан, с фронта вернулся! Живой! Неудобно получилось. На Жигловом, я ж прогнал его. Ну, слов нет, конечно, сволочной он номер выкинул. Ну, допустим, обиделся я. Ну и что? В конце концов, я могу пойти переночевать где угодно, что у меня, места что ли нет? А так пригласил бездомного человека. А потом взбесился и выгнал его в один момент. Позвать назад? Ужасно. Он подумает, что я решил к нему подлизаться. А? Как ты думаешь? Ну чего делать-то?